Дорогие друзья, очень много вопросов и просьб о том, чтобы показать работу с натурой. И предполагается большая работа с натурой на пленэре, в Крыму для начала, а потом и в других местах. А сегодня я хочу показать, как подойти к работе с натурой в портрете. Поскольку на уроках моих очень много людей пишут портреты, и в том числе помышляют о портрете с натуры. И мы сегодня попробуем сделать более-менее удобное письмо для вас. Поскольку портрет — это все-таки сложная задача, но выполнимая. И вот мы эту задачу не в серьезнейшем академическом смысле, а-ля Репинский, а-ля академический портрет, а в таком легком эскизном, этюдном характере портрет. Нам поможет в этом Фания. Вот она перед нами стоит. И мы сейчас посмотрим, что я, как художник, немножечко отобрал для себя и для вас в ее моделечке.